А вот герои нашего следующего сюжета свой рецепт семейного счастья уже давно нашли. Взаимопонимание, доверие и поддержка – три кита, на которых оно основано. Андрей и Анжела Лисины вместе уже 12 лет. Ровно половину от этого срока они еще и работают бок о бок в «Газпромнефть» Ноябрьск-Нефтегазе. Добрый день. Девочки, можно на кино С3 слесаря-ремонтника Лисина Андрея? Анжела Лисина девушка необычная, одна только ее профессия чего стоит. Машинист по закачке реагентов пласт. Мерцающие мониторы, телефонные звонки, почасовые замеры, показатели, осмотр оборудования. Словом, круг ее служебных обязанностей весьма широк. И хотя до сих пор со своей работой Анжела справлялась безупречно, она честно признается. Нефтянка – это в большей мере мужское дело. Поначалу мне здесь не очень нравилось. Но есть один фактор, который меня здесь удержал. Здесь работает мой муж, и поэтому нефтянка стала неким плацдармом для укрепления нашей семейной жизни. Бывают ситуации внештатные. В такие моменты на помощь девушке приходит Лисин Андрей, слесарь-ремонтник и по совместительству муж Анжелы. Престижных университетов он не оканчивал. Его сфера – не теория, а практика. И этой практике за плечами молодого человека 15 лет. Пятый разряд как-никак. В планах получить 6-й и стать специалистом самого высокого уровня. На работу, говорит Андрей, он всегда идет с удовольствием. Причина, в общем-то, понятна без объяснений. Работа есть работа. Ну, семья есть семья. То есть я так считаю, что, в принципе, работа и семья вполне нормально. В принципе, работа забывается дома. Дома другая работа. Первое, что бросается в глаза, как только попадаешь к супругам Лисиным в дом, сертификат о том, что эта пара идеальная. Нет, честно признаются Андрей и Анжела. Идиллия здесь царит не всегда. В жизни бывает всякое. Но во всяком случае, о том, что такое любовь, эта пара знает наверняка. Любовь, я думаю, что это чувство такое интересное. Вот. Словами просто так, наверное, не передать. Но, наверное, я так считаю, что взаимопонимание. Обязательно, да. Уважение. Доверие. Доверие друг к другу. Вообще самое главное – взаимопонимание. Годы совместной жизни сделали свое дело. Двое ребятишек, сын Данил и дочь Полина – ее плоды. Воспоминания о том, как все начиналось, до сих пор хранит свадебный альбом. А в августе семья Лисиных отметит очередную годовщину. Кто знает, быть может, через долгие годы наша программа расскажет о золотой свадьбе нефтяников Лисиных. Кирилл Мигель, Григорий Куруптев, новости нашего города.